Друзья, привет! Подпишитесь на мой канал, просто нажмите кнопочку, это все очень легко сделать, и поставьте лайк этому видео. Хочу рассказать вам об отеле Amatus Beach Limassol. Это отель 5 звезд, очень красивый, с компактной территорией. Отель уже 50 лет, но периодически проводится реновация в отеле. Есть основное здание 196 номеров, есть еще одно здание, в котором есть 18 номеров Junior Suite. Оно обновленное, с более свежими номерами, все номера с бассейнами, эти Junior Suite. Есть с выходом на лужайку на первом этаже и на втором просто с видом на море. Территория очень зеленая, много пальм, даже напоминает немножко какие-то другие страны, Таиланд или что-то похоже на это. Есть два пляжа, одна семейная зона, небольшой пляж, и есть общая зона для купания гостей резиденции. Перед самим зданием находятся несколько бассейнов, несколько детских горочек, детский клуб. Есть основной ресторан «Калипсо», который работает как шведская линия три раза в день. И есть два ля-карта, есть мясной ресторан и рыбный ресторан на берегу. Все это дальше на видео вы смотрите, увидите. Есть обзор нескольких номеров, в том числе различия между ними. Все это увидите на видео. В целом концепция отеля — это выбор или на завтраках, завтрак, ужин, и завтрак, обед и ужин. Напитки все за дополнительную плату. Мини-бар также платный в каждом номере. Отель работает круглогодично, поэтому если хотите продлить сезон или отдохнуть зимой даже, можно приезжать на Кипр. И в принципе, вот в ноябре температура воды в районе 23-24 градусов. Отлично солнце, все красиво. Также хочу несколько слов сказать о наших партнерах. Это компания Ambotis Premium Club, которая занимается люксовым отдыхом, помогает нам с бронировкой гостиниц, трансферами и предоставляет качественный сервис на Кипре, а также в Греции. Итого, смотрите дальше это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будьте с нами, пишите ваши запросы по поводу отдыха, мы вам поможем подобрать гостиницы, туры, отели, авиабилеты в любой точке мира. Все контакты есть в описании к видео. Номер называется Superior с видом на море, 26 квадратных метров. Значит, в отеле есть тапочки, халаты бесплатно, мини-бар платный. В данном случае здесь уже поставили дополнительную кровать. Без нее есть двуспальная кровать или две односпальные. Вот такой небольшой балкончик. И вид на море. Чайный набор, чай, кофе в номере. И вот такой вот санузел, душевая кабина. Отдельно есть туалет и умывальник. Номер Superior Land View без балкона. Видно город. В этом номере двуспальная кровать большая стоит. Есть дополнительный диван, который раскладывается. Здесь можно разместить двое взрослых, двое детей в этом небольшом номере.
Если нужно больше пространства, вот есть межкомнатная дверь, и можно сделать коннект с соседним номером и разместить большую семью, сделать такой номер family из двух номеров. Вот санузел, умывальник, туалет и душевая кабина. Косметика Эстра используется в отеле. Есть тапочки, халаты и есть набор чайник, чай-кофе. Это лакшери сьют с видом на море. Есть две комнаты, есть такая гостиная зона, есть диванчик, несколько кресел, телевизор. Вот тут чайный набор, чай-кофе, мини-бар также есть. Мини-бар платный, все позиции в отеле. Просто покажу, что здесь есть. Сладкая вода, напитки, вино, просека и различные бутылочки. Все это за дополнительную плату. Возле входа в номер есть маленький санузел. Здесь умывальничек и туалет. И идем в спальню. Спальня с двуспальной большой кроватью, с выходом на балкончик. Телевизор тут встроенный в стену. И тут большая ванная комната. Есть еще один туалет, душевая кабина. Есть ванна, есть два умывальника. В этих номерах уже косметика Molton Brown используется. Немножко выше класс. Значит, халаты и тапочки также в номере присутствуют. Ну, то есть все базовые потребности есть. Ну и вот балкончик с видом на море. Также еще гостям этого номера доступна такая пляжная сумка, которая идет в подарок. И есть уже пляжные полотенца, которые есть на месте в этом номере. Номер в новом здании называется Junior Suite с бассейном, с видом на море. Значит, вот такая входная зона. Здесь есть диван раскладной. Здесь можно двоих детей разместить или двоих взрослых, 2 плюс 2. Вот у нас сразу же санузел с левой стороны, душевая кабина, туалет, ванная, два умывальника, косметика Molton Brown. Небольшой шкаф, тут сейф находится. Так, здесь вот спальня с двуспальной кроватью и небольшой зоной такой отдыха. Между вот этими комнатами есть дверца, которая закрывается и как бы разделяет пространство на две части, чтобы ограничиться от входной зоны с диваном. И вот такой балкончик с навесом, с бассейном. И дальше видно территорию. Территория отеля. Вот, значит, с левой стороны это такая семейная зона. Есть детский бассейн, есть горочка, несколько горок, такой мини-аквапарк, там теннисный стол. И тут же есть чуть-чуть ниже ресторан мясной, а ближе к морю есть еще ресторан морепродуктов. Внизу, вот здесь под зонтиками, верхний этаж это бар, и чуть ниже Калипсо ресторан, основной ресторан буфет. Вот пляжная зона, так,
такая вот надувная часть, это выставляется отелем для того, чтобы можно было попрыгать в воде, поиграться. Территория достаточно зеленая, много лежачков, в зелени также они здесь размещены. Вот еще один бассейн большой, такой общий для семей, для детей. Чуть дальше есть два бассейна для взрослых. Вот верхний и нижний. И вот есть дополнительное здание соседнее, в котором находятся номера Junior Suite. Оно более новое. И основной корпус это тут, где я сейчас снимаю видео.